Здравствуйте, давайте знакомиться. Меня зовут Василий Николаевич Косов. Я педагог по спортивному туризму. Путешествовать значит жить, так сказал знаменитый, всем известный с детства, сказочник Ганс Христиан Андерсен. И я с этим полностью согласен. Я познакомился с туризмом в раннем детстве, 6 лет. Тогда я еще и не знал, что свяжу свою жизнь с путешествиями. В 10 лет я начал заниматься спортивным туризмом. Первые выезды, походы, ночевка вне дома – все это очень бодрило и кружило голову. Повзрослев, я решил, что должен как можно больше людей познакомить с этим замечательным направлением, и поэтому стал педагогом дополнительного образования. Весь свой уникальный опыт путешественника я стараюсь передать моим учащимся. Мне радостно наблюдать, как они всему удивляются, восхищаются мелочам, довольны просто от того, что у них получилось самим собрать рюкзак, поставить палатку и разжечь костер. Как замечательно, что они вместе со мной готовы идти в многодневные походы, не теряя искорку приключений. Дети на моих занятиях в первую очередь учатся быть самостоятельными. Я их учу абсолютно всему. Готовить, чистить овощи, стирать свою одежду и даже пользоваться метро. Также я воспитываю в них чувство взаимопомощи. Учу ладить друг с другом, даже если дети совершенно разные. Ведь в походе любые разногласия могут вылиться в серьезные проблемы. На занятиях и в походах уделяю большое внимание физическому и психологическому развитию. Ведь часто в дороге они сталкиваются с незнакомыми ситуациями, порой даже опасными, которые им надо решить. Спортивный туризм – это не только путешествия. Такие как однодневные выезды, зимние и водные походы, но еще и спорт, где есть соревнования, разряды, призы, победа, а иногда и поражение. Тренировки и соревнования зачастую проходят в сложных условиях – в дождь или снег, солнце или мороз. Все это в совокупности формирует характер ребенка, закаляет его и делает самостоятельно. Наверное, поэтому моим детям удается занимать призовые места в городских и всероссийских соревнованиях, участвовать в спортивных походах. Спортивный туризм можно сопоставить со словом «чудесно». Чудесно ночевать вне дома, вдыхать свежий воздух, любоваться горами и звездами. Чудесно, когда захватывает дух от преодоления очередного порога в водном походе или от спуска на лыжах зимой. Чудесно знакомиться с животными, растениями и своим родным краем. Чудесно, когда ты в одной команде с такими же ребятами, которые всегда тебя поддержат, помогут и не бросят. Это поистине то, что превращает маленького ребенка в человека с большой буквы. Уважаемые коллеги, в ваших руках бьются маленькие сердца наших детей. А чтобы в них никогда не погас огонь Прометея, мы должны постараться вложить в их души любовь, понимание, бескорыстную дружбу и чувство взаимопомощи. Тогда мы имеем право сказать самим себе, что наш педагогический труд был не напрасен, и мы смогли вырастить из маленьких детей настоящих людей с большим сердцем.